Всех приветствую! Hello, zusammen! Вы на канале Путь со мной, с вами Наташа. Вот почистила картошку, ставлю ее на огонь. Посолить надо. Ждем, пока закипит. Вот картошка закипела, что происходит? Выделился крахмал, и она начинает пузыриться. Она может пузыриться до такой степени, что она выкипит из кастрюли. То есть вся эта кастрюля будет загажена, вся плита будет загажена, придется потом убирать. Как это предотвратить? Некоторые люди специально варят все в высокой кастрюле. Но есть один такой лайфхак. Надо воду или капнуть немного подсолнечного масла или сливочного, и сразу же изменится натяжение воды и исчезнут эти пузыри. Вот смотрите, уже сейчас ничего больше не пенится и ничего не будет выкипать. Вот у меня картошка варится на полную мощность и варится без выкипания. Моя плита хоть и поцарапанная, но она не новая, как вы видите, вот здесь вокруг нет совершенно никакой накипи и никакой грязи. В плите, как в зеркале, отражается все, что висит сверху, и все чисто и почищено. Думаете, у меня никогда ничего не выкипало? Конечно же выкипало, но для этого есть вот такие вот лезвия, которыми вот таким вот образом можно чистить накипь на индукционных плитах и на вот таких вот обыкновенных керамических плитах. Эти лезвия, они вставляются в такую вот оправу, и это лезвие в выдвинутом виде, а потом в шкафчик его можно вложить в задвинутом виде. Видите? Так лежит в шкафчике, чтобы не порезаться. А вот так вот выглядит лезвие, которым надо чистить эти керамические поверхности. Эта штучка от фирмы Inox. У меня есть еще и старая от фирмы Shot. Вот она уже поржавела прямо. Она была менее удобная, потому что здесь надо было всегда иметь отвертку в руках, чтобы опустить лезвие. Но лезвие можно было менять и в одной, и второй чистке. И я этим пользовалась. И таким образом содержу мою плиту в чистоте. Лезвия для этих чисток продаются отдельно. Называется Ersatzklingen, например, от фирмы Acom. Они вот здесь упакованы. Распаковываются, вставляются, прикручиваются. Выглядят они немного по-другому, чем лезвие, которое раньше использовали для бритья. Eisgehärtet, то есть в холоде закаленное. Индустрий класс, индустриальный класс номер 37, 0,2 мм. Они у меня уже столько лежат, что уже в углу начинают ржаветь. Надо их пользоваться или почистить. Керамическую плиту, конечно же, можно не шкрябать этими лезвиями, а использовать глаз, керамик, индукцион, Herde. Он и микропластик. Вот такое чистящее средство. Dry in 1. 3 in 1. Оно такого голубого цвета с микрокристаллами. Его надо нанести на кухонное полотенце. И, возможно, оно поможет снять все накипи на плите. А если не помогут, то надо применять это лезвие. Сегодня у нас будет очень простой обед.
отварной картофель, карамелизированная кислая капуста, поэтому я налила подсолнечное масло. Сейчас я буду карамелизировать сахар. Я поставила воду, чтобы разогреть кровяные колбаски. Сахарок постепенно коричневеет. Колбаски продаются готовые, кровяные, ливерные. И очень вкусная винная кислая капуста. Отправляем ее вот сюда, вот в карамель. Колбаски разогреваются просто в воде, как сосиски. Карамелизированную кислую капусту, сауэркраут на немецком. Я люблю добавить приправы, кюмель. Хлопья чили и обыкновенный молотый черный перец. Все это перемешиваем и можно накрывать на стол. Колбаски нагрелись. Картошечка готова. Вот я вам сегодня надавала советов. Спасибо, что были со мной. Вы были на канале «Будь со мной». Колбаса это называется «Тигервурст». В других регионах блюда из кровяной колбасы имеют другие названия. Об этом расскажу в другой раз. Десерт сегодня незатейливый. Мелко порезанный персик из консервы в собственном соку.